Александр, что нарушаете? Лень было идти. Лень было идти, а жизнь одна. Жизнь одна и очень дорога для нас. Александр Юрьевич, за данное нарушение, то, что перешли дорогу в неположенном месте, будет штраф 500 рублей. В течение 20 дней можете оплатить в любом банке или в приложении со скидкой 250 рублей. Поймите, ваше у вас здоровье-то одно. Вот сейчас кончится. А? Сейчас закончится здоровье? Почему? Вам плохо? Очень. Из-за чего? А? Скорость нужна вам? Как вас зовут? Олег. Олег Геннадьевич, из-за чего закончится здоровье? Ну плохо. Плохо? Скорая нужна вам? Вызов? Я могу из дома. Добрый день. Заместитель командира ФОСа, Арсенополит Смердыкин. Ольга Владимировна, что пешехода не пропускаете? А? Не заметила с той стороны. Не заметили? Их там идет 8 человек. Машины пробки. Ольга Владимировна, есть такой пункт 14.2. Если слева или справа от вас останавливается транспортное средство, вы обязаны остановиться, убедиться в отсутствии пешехода и тогда продолжить движение. Ольга Владимировна, ранее привлекали к данному? Никогда, да? Сейчас я проверю вас по базе, выпишу административное взыскание вам и подойду к вам на данное постановление.